Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер51Рус. Сегодня у нас на обзорчике Спинтайрес 03316. Значит, автомобиль КамАЗ 63 50 8 на 8. Вот, от доктора дизеля. Вот такой КамАЗик, ребята. Салончик присутствует. Анимации руля нет, ну, в принципе, она и нафиг не нужна. Значит, что тут, текстурочки, все тут путево, свои колесики, звук КамАЗовский, как положено, моделька четкая, все гудит, сигналит. Давайте пробежимся по аддонам. Значит, своих колес пока пара штучек. Значит, вот эти внедорожки и вот эти, по-моему. Ну да. Поеду я на этих колесах. Так, ставим запаску. Ставим защиту фар. Так, присутствует, ребят, кузов. Вот таком макаре. Текстурки тоже четкие. Так. Можно сюда запендюрить тюки, но это пока просто запендюрить, можно сделать это все грузом. Я думаю, Серега это все сделает. Как бы это тоже предварительная моделька, предварительный мод. При покупке автор все это дело допилит, когда кому-то понадобится данный автомобиль. Автомобиль является приватом, будет его в товаре. Будут ссылочки на автора, но бывает такое, что Серега закрывает ссылку, так что если что, по поводу приобретения можете писать мне, я буду выходить на Серегу, если он там закрывает ссылку, чтобы он ее открывал. Так, кузов можно, дефолтная, ребят, автономка ставится, лесовоз вот такой. Так, ну и все, наверное, давайте поедем, я поставлю пока, в принципе, в таком исполнении, да, автомобиль, все брызговички, все тут, ребят, шевелится, анимация карданов, вот, свет, ну все, погнали по-быстренькому, такой быстрый обзорчик. Это зверь, очередной автомобиль такой. Моделька вообще четко, тут проводочки даже все видите, идут сигналы, он стоят. Это монстр такой, монстр. Из серии 8 на 8, ребята, от доктора Дизеля. Мод приватный, значит. Ссылочка на автора будет под видео на канале, также в группе в разделе товаров, проходите, все там присутствовать будет. Еще раз говорю, бывает, Серега закрывает страничку сообщениями, поэтому если что будет закрыто, пишите мне, я выйду на Серегу, Серега откроет для общения, приобретения и так далее. Еще раз повторю, что это еще только так. Первый обзор мода, то есть мод еще в стадии доработки. То есть все будет доделываться, все допиливаться. При продажную подготовку будет делать Серега, короче, уже непосредственно перед тем, как будет продавать данный мод. Поэтому все вопросы к автору, если что, пишите туда. Мод прикольный, моделька, особенно вот эти 8 на 8, это вообще что-то, не нечто прям, автомобили такие. Кто-то что-то пишет, наверное, Серега что-то пишет. Сейчас доедем, почитаем. Мод клевый, конечно. Как обычно, классная моделька, классный мод. То, что, в принципе, тут еще не доработано, но что-то аддонов каких-то еще нету.
то есть Серега все это допилит, но единственное, что это будет, когда уже человек какой-нибудь заинтересуется данным модом и уже предпродажную подготовку уже будет идти, скажем так, непосредственно перед продажей данного мода. Поэтому может быть что-то где-то какие-то есть небольшие недочеты, но я, в принципе, на это не обращаю внимания, потому что прекрасно понимаю, что это все еще как бы мод, скажем так, первая стадия для обзора, чтобы народ имел в виду, что есть, чего нет, стоит ли вообще брать. Я думаю, на каждый мод есть свои любители, как бы, да. Ну, видите, грязь, проходимость. С проходимостью проблем нет. Поэтому. Ах, японский городовой. Вот это я маханул елочку. С проходимостью проблем никаких нет. Что я делаю, нужно не повышать, надо на автомат переключаться. Бидон, конечно, вообще обалденный, ребят, все текстурки, все клево. Расход такой у меня не слабый, да? Ну, опять же, надо урон тут сделать, тыкол, 600 очков. В принципе. Подвесочка рабочая, так я смотрю, нормально. Ну да, 4, ребята, оси, это и есть 4 оси, как бы. Где-то он это проглатывает, все эти неровности практически. Все проходит, все аккуратно. Да, проходим, не вообще шальная, конечно. Что-то вернусь, подвисает, надо хоть комп перегрузить, буду сюда колбасить. Без остановки, ребята. Конечно же, грязь вот свою ему большую, спокойненько, я думаю, сразу понижаечку. Ну, прет, все, уже грязь кончилась, ребята. Вообще, на ура тут здесь. Без всяких остановок, запинок пролетает, можно сказать. Ну да, и вот такие ямки для него это вообще не проблема. Вот эти проходят все ровненько. Да, прекраснейший 8 на 8. Классно смотрится. Ну и тут, я думаю, на этих порогах тоже он не будет, скажем, притормозим маленечко. Вот. И чё ты не валяшка? Ну да, вообще смотрите. Просто перескакивать через эти камнищи. Где я найти? На дуги встает, ребята.
все просто так сидит. Передний мост вывешивает. Да, зачет такой. Молодец. От доктора Билла, ребят. Приятный, хороший такой командир. Подвесочка работоспособная, короче, все там скачет, прыгает, все как надо. На эти пирамиды не полезем. Вообще играючи проехал. Да, работа подвесочки, все, на 5 баллов, ребят. Давайте туда останавливаться, ныряем прям. По ломбар где-то, я так понимаю, наверное. Вполне, вполне адекватный. Ребята, 8 на 8 такой. Такие броды для него это вообще как два пальца об асфальт, как говорится, да? Ну, вообще, смотрите, все вот эти вот. Охренеть, потом, конечно, мягенько так все это дело прошел. Обалденно. Действительно, как на Мерседесе едешь по асфальту. Давайте, да, скоростные данные. Ой, чуть не влупился. Думаю, это район дефолта, наверное, да. 32, 3, 4, 35, 6, 37, 8, 39. Ну, почти 40, а ну-ка подъемчик какой-то шел, да? 40, ну есть, да, 40. В принципе, нормально. Нормально шпарит. Выкатываемся вот тут на скрин, да, как обычно, на Москву тут дропнего. Разутик. Делаем такой побольше для видоса. Да что ты будешь этой камерой это делать? Вот сказал бы плохое слово, ну ладно, воздержусь. Скажем так. Такой, ребят, прикольный КамАЗик получается. Вот еще такой. Какой-нибудь. Залепим. Не забывайте, ребят, в субботу будет розыгрыш лицухи по каналу лицензии Spin Tires на прямой трансляции, так что мониторьте, время точно не скажу, мониторьте, все будет в субботу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ребята, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь видео. Вот. В данный мод, еще раз повторюсь, приватик, ссылочка на автора будет под видео. Также в группе в разделе товара будет данный мод с ссылкой на автора и ссылочкой на это видео, чтобы посмотреть, кому будет интересно, да? Вот. Ну и все, на этом будем заканчивать такой обзорчик на КамАЗ. Какой он там? 63 50. 8 на 8. Все, всем удачи, всем пока. С вами был Драйвер 51 Рус. Не забываем подписываться в группу на канал. Всем пока.